Варнакс – универсальный сервис для организации круглосуточного наблюдения за людьми и имуществом. Установив систему, вы увидите, насколько добросовестно отгружается товар со склада. Как ребенок ведет себя в детском саду, как секретарь офиса общается с клиентами, кто обижает домашнего питомца, пока вы в отъезде. Системы Варнакс устанавливаются в детских садах, школах, жилых и нежилых помещениях, офисах, общественных зданиях, на складах и производстве. Сложных технических требований к монтажу нет. Единственное условие для работы системы – подключенный интернет. Служба безопасности в смартфоне. Видеонаблюдение Варнакс – это и самостоятельная сборка IP-оборудования, бесплатное оборудование, монтаж и текущее обслуживание IP-видеокамер за счет компании, круглосуточное наблюдение за объектом, авторское программное обеспечение, система видеоаналитики, уникальное приложение для мобильного телефона, встроенные покупки, услуги App Store и Play Market, защищенный облачный сервис для хранения видео, шифрование высокой надежности, беспрецедентно низкая абонплата. Установка системы видеонаблюдения в частных и муниципальных учреждениях дошкольного образования выгодна и родителям, и администрации. Руководство повышает доверие к своему заведению, использует видео как аргумент в спорных ситуациях, помогает персоналу глубже изучить характеры воспитанников, контролирует поведение преподавательского состава, экономит средства на установку и обслуживание камер видеонаблюдения. В дошкольных учреждениях, где установлена система, родители всегда в курсе, что происходит с ребенком, дистанционно следят за его успехами и поведением, уверены в безопасности малыша, общаются с воспитателями в закрытом чате. Варлакс для управляющих компаний и ТСЖ. Владельцам многоквартирных жилых домов видеонаблюдение обеспечивает сохранность имущества. С помощью приложения Варнакс, жильцы самостоятельно подключаются к каждой из установленных видеокамер через смартфон, просматривают недельный архив видео на своем телефоне, мониторят состояние лестничных клеток и придомовой территории, экономят на услугах консьержа, следят за ходом ремонтных, снегоуборочных и других работ, контролируют соблюдение правил парковки, оперативно решают организационные вопросы в общем чате. Представителям малого и среднего бизнеса система Варнакс помогает решить сразу несколько проблем: повысить пунктуальность и ответственность сотрудников, контролировать работу офиса из любой точки мира, следить за отгрузками склада, контролировать сохранность имущества, иметь неопровержимые доказательства в спорных ситуациях. Система видеонаблюдения в квартирах, загородных домах, на дачах и других объектах частной собственности защищают владельцев от недобросовестных клининговых компаний, домработниц, нянь, курьеров, несанкционированного проникновения на территорию, становится аргументом в споре с соседями. Система видеоаналитики. При наличии IP-видеокамеры сервис позволяет организовать систему видеоаналитики без покупки дорогостоящих серверов и лицензированного программного обеспечения. Видеоаналитика для офиса. Счетчик посетителей. Видеоидентификация. Контроль рабочего времени персонала. Распознавание лиц. Учет времени пребывания сотрудников в отмеченных местах. Видеоаналитика для ритейла. Счетчик посетителей. Определение размера очереди. Контроль работы персонала. Тепловые карты. Видеоаналитика для транспорта. Учет пассажиропотока. Подсчет транспортных средств по полосам. Определение номеров транспортных средств. Умные парковки. Единственные затраты заказчика в процессе установки и пользования Варнакс – оплата абонентского доступа и облачной системы хранения. Облачный сервис Варнакс обеспечивает бесперебойную работу и беспрепятственный доступ ко всем видеоматериалам. Мы создали надежную архитектуру, которая решает любые задачи,
связанные с хранением и онлайн-передачей информации. Переходите по ссылке под видео, и мы приступим к комплектации системы под ваши задачи.